короче, вон там в центре города Казан, кажется, да? Ну, после него один остановка где-то получается. Вот у нас здесь светофор не работает. Вот не работает. А там гаишники, уважаемые, бабки зарабатывают. Идет. Конечно. Короче, вот как раз полчаса назад я видео снимал, то, что не работает, то, что гаишники стоят. Вот и результат. У нас авария. Все здоров, все жив. Просто это бампер немножко. Ну вот. Вот такие дела, ребята.